Здравствуйте, уважаемые телезрители, на ТВ программа «Открытый эфир». Я Владимир Банчиков, сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Республики Бурятия, наша оперная прима, или можно даже сказать дива, Ольга Жедмитова. Здравствуй, Оля. Здравствуйте. Естественно, ни о каких передрягах, дрязгах мы сейчас говорить не будем, это вообще не интересно лично мне. Слава Богу. Я уверен, что нашим телезрителям тоже. Поговорим о том проекте, который ты в очередной раз, ты так прям этими проектами фонтанируешь, в очередной раз хочешь порадовать, удивить, восхитить нашего зрителя, любителя и оперного искусства, и не только, я так понимаю, да, судя по вот афишам, что это будет, что это за проект, кто там принимает участие? Ну, это первый проект, это первый фестиваль духовной культуры, который мы организуем с Министерством культуры Республики Бурятия и культурный центр «Благость» Ольги Жедмитовой. И в нем примут участие очень интересные певцы, артисты, потому что этот фестиваль наполнен будет разнообразным жанром. Прозвучит, конечно, и духовная музыка Баха, Чайковского, Рахманинова, а также прекрасные и известные песни советских лет, песни Анны Герман, например, песни Мартынова, прозвучат старинные романсы великолепные. Конечно же, мы представим обширную программу, потому что в фестивале задействованы не только наши певцы, но и приглашенные. Это будут интересные концерты с очень разнообразной программой. Есть общее название вот у этого проекта? Общее название – фестиваль духовной культуры. А, он так называется? Да. Просто да. Фестиваль духовной культуры, да? Да. А уже в фестивале подразумевается несколько концертов, в том числе и мастер-классы, потому что приезжающие артисты, у нас такая договоренность, будут давать мастер-классы для наших начинающих музыкантов и певцов. А эти мастер-классы, где они будут проходить, как туда попасть? Вот, допустим, человек захочет, да, послушать, а может быть даже где-то поучаствовать в мастер-классе. Да. А куда к ним, где вас искать, как обращаться, какие-то, может быть, там адреса, телефоны, где это все будет проходить? Ну, у нас, конечно же, существует афиша, общая афиша, вот она перед вами. Угу. И первый мастер-класс даст 3 октября. А нет, простите, ошиблась. 4 октября в Бурятской государственной филармонии мастер-класс лауреата международных конкурсов известного певца нашей страны Евгения Южина из Санкт-Петербурга. И, конечно же, сейчас меня уже спрашивают, особенно тенора, начинающие нашей республики, а можно ли позаниматься с Евгением Южиным? Они же, конечно же, его знают. Он поет очень огромный репертуар и романсов, и советских песен, и народных песен. И, безусловно, начинающей молодежи очень интересно будет встретиться с ним, позаниматься, поведать больше о его творчестве. Это очень интересно. Вот расскажи, на твой взгляд, понятно, что все участники программы, проекта твоего, они все талантливые, талантливая молодежь. И выделять ты, естественно, никого не будешь. Но мне бы хотелось вот уточнить наших местных воспитанников Бурятской вокальной школы, может быть, даже где-то твоей вокальной школы. Их будет больше, чем прежних? Их будет больше, потому что желающих на сегодня заниматься вокалом в целом, потому что это не только оперные певцы, есть еще и эстрадные певцы. На сегодня желание у молодежи огромное, я бы сказала. Единственное, что они всегда в поисках педагога, в поисках новых знаний. И так получилось, что сегодня у меня на концерте 3 октября я представлю 10 певцов. Практически твоих учеников, воспитанников. Да, ну я не позиционирую себя основательно, что я такой педагог. Но насколько возможно, я им помогаю и подсказываю, направляю. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы они показали себя достойно и понимали, что такое сцена, что это ответственно и что такое труд искусства. Это все очень-очень серьезно. Так, безусловно. А какое будущее ты им прогнозируешь, вот этим молодым, талантливым ребятам? Что их ждет впереди? Это большие сцены, большие театры? Или это просто для многих это, ну, как бы такое хобби, но на серьезном уровне?
Ну, сказать, что я прогнозировать, я, мне кажется, не имею права прогнозировать, но настраивать на то, что они должны только трудиться, и понимание вот этого труда, мастерства, это же величайший путь. Это можно всю жизнь прослужить этому пути и еще не всем дойти. Это настолько человек должен, вокалист, обладать трудолюбием и никогда не сходить с этого пути. Это самое главное, чтобы мне хотелось им объяснить. Что такое трудолюбие вокалиста? Вот для меня это понятие вообще. Ну вот вы понимаете, вот мы вокалисты служить должны чему? Искусству. Искусству. Искусство должно служить народу. Народу. Оно принадлежит народу, я бы даже так принадлежит, сказал. Принадлежит, конечно. Да. И одолеть вот такой путь, он, конечно же, не каждому дан. Потому что заниматься собой, воспитывать себя, организовывать, познавать – это величайший путь. И на сегодня мы должны понимать, что такое действительно истинный труд. Потому что можно на все откликаться, на все можно реагировать, на все можно сказать так или иначе, но есть всегда то внутри, что создает, собственно, тебя. Либо оно создает, либо оно не создает. Как люди приходят в искусство, вот на твой взгляд? Это должно быть с рождения, или это должно быть, кто-то должен, там родители в первую очередь, конечно, подталкивать ребенка, если чувствует, что у него есть какой-то талант, дар, там, да, учитывая то, что голоса ведь, ну, как говорят, ломаются, правильно? И у мальчиков, и у девочек, я имею в виду вот подростковый, там, переходный возраст, и вдруг человек там, он пел Робертино Ларетти, да, вот да. Самый такой, на мой взгляд, пример, Джамайка гремела на весь мир несколько лет, а потом все, ну так получилось. Вот как вот в этой ситуации? Да, согласна, это очень все тонко, и я считаю, Бог в обиду не даст, если ты действительно внутри чистоплотен, ты веришь и ты трудишься. Можно, понимаете, идти на этом пути и настолько возгордиться собою или показать те или иные стороны, которые тебя же, собственно, и ломают. Поэтому здесь настолько все должно быть ответственно и трезво, в первую очередь, чтобы понимать, что выходить на сцену, нести свое творчество людям – это не просто так. Можно нести пустоту, а можно нести большой смысл. Оль, скажи, а вот как работать? Ты все время говоришь о трудолюбии, и это все абсолютно правильно, без этого ничего не бывает, никто никуда не пробивается. А как вот под присмотром педагогов, врачей, чтобы связки не перегрузить, да, вот чтобы все это диафрагма работала нормально. Это вот как все это происходит в вашей среде вокалистов? Ну, начнем с того, что я не пользуюсь медицинскими методами лечения, потому что связки – это такой уникальный организм. Вот в человеке настолько Господь все создал мудро, что если прислушаться к этому, то можно найти очень много спасения в этом. Я не употребляю никаких лекарств или, как это называется, когда фониатор вливает в связки определенные суспензии. Ну, препараты вообще. Препараты, да. Понимаете, связки лишаются. Связки должны сами вырабатывать свои масла. И эта способность связок, она уникальна. Но если ее подвергать тому, что все время антибиотики или гормональные туда вливать, конечно, связки долго не выдерживают. Все натуральное, оно должно натурально существовать. Но для этого, конечно, нужно в это верить. Нет, в это верить – это одно. Как уберечься от того, чтобы не перезагрузиться? Это должен человек сам чувствовать и по своему состоянию? Или все-таки за ним должен кто-то присматривать? Нет, мы всегда сами все чувствуем. То есть то, что... Но на моем примере я всегда сама чувствую. И потом, если вокалист поет правильно, то он может с утра до ночи петь, и ничего с ним совершенно не будет. Ну, то есть давать, вот как у нас это бывает, было особенно в Советском Союзе, да, фанеры тогда не существовало, и люди давали там по 3-4 концерта в день, вживую исполняя песни,
Это, конечно, и тут ярчайший пример, Царство Небесное, конечно, это Иосиф Давыдович Кобзон, насколько я понимаю, что это вот пример прям вот. Пример один. Пример примерище. Пример один. Насколько крепкий дух, насколько ты в этой жизни сможешь крепчать, а не разрушаться, настолько ты и сможешь нести это в себе. Вот и все. Тут очень все настолько просто, но к такой простоте приходят далеко. Не каждый. Ну да, ну, потому что все равно мы подвергаемся все в основном к страху, подвергаемся к сомнениям и так далее. А вот чтобы встать и не думать о себе, пойти и сделать, вынести все наилучшем качестве, на это способны единицы. Смотри, вот я знаю, что я же спортсмен, я это всегда подчеркиваю, говорю, что спортсменов лучших не бывает. А я знаю, что при полупустых трибунах, как правило, футболисты, да любые спортсмены выступают, ну так скажем, не очень хорошо. При забитом стадионе там конечно, совершенно другое. Конечно. Вот. У вас то же самое. Энергетика это и есть энергетика. Народ нам нужен. Конечно же, народ это большая поддержка. Зритель это огромная поддержка. И когда нет зрителя, слава богу, у меня таких концертов практически не было, но. Когда зрителя не так много, мы должны тоже крепчать вообще-то, никогда не сдаваться. То есть вы должны, наоборот, сделать так, чтобы на следующий, вот те, кто пришел сегодня, они всем потом рассказали, как там было ах и ох. Конечно. И чтобы на следующий концерт уже был полный зал. Ведь существует понятие любовь к своему труду и работе, к своему служению. Даже если вы придете на концерт и в зале будете присутствовать только вы, я буду обязана петь точно так же, как и при полном зале. И что бы там ни происходило. Что бы там ни происходило. Я же должна и обязана буду вас радовать, понимаете? Даже если вы будете сидеть один. Понял. Надеюсь, что это такого не случится. Надеюсь. Вообще никогда. Как долго длится карьера оперных певцов? Вы все-таки не балет, там очень короткая карьера, ну, такая не слишком длинная, скажем, а вот у оперных певцов. Ну, в нашем театре, наверное, дольше всех, чем во всех театрах. А с чем это связано? Энергетика театра такая хорошая, я имею в виду здание. Нет, у нас карьера длится даже тогда, если там ты не поешь, собственно. Ну, преподаешь все равно или как-то там чем-то занимаешься, что такое карьера? Карьера – это тогда, когда ты действительно… Когда ты востребован. Когда ты действительно поешь, действительно выходишь на сцену, да. Действительно несешь эту радость. Тогда это… Я даже не могу говорить слово «карьера», потому что для меня ее не существует. Существует служение и только. Понятно. Почему именно духовная музыка? С чем связана? У нас духовность сейчас очень… Неважно, я так это очень тихо скажу, скромно. Плохо у нас с духовностью. Ты хочешь таким образом донести до молодежи в первую очередь, я так думаю, до молодежи, потому что люди уже взрослые, состоявшиеся, там еще как-то еще эта самая духовность сохраняется. У молодежи с этим очень большие проблемы. Ну, просто очень большие. А что через свою вот фестиваль, что ты хочешь донести до людей? Конечно же, в этом фестивале обязан быть, присутствовать большой смысл. Потому что если давать просто концерты без смысла, то ребенок, начинающий вокалист, он не той пищей будет сыт. И потом, когда придет время действительно выносить именно ту энергетику, которую ты накопил, за всю свою, так сказать, молодость, это уже может быть поздно. А сегодня, когда ты только вникаешь, ты только внедряешься во все эти ответственные процессы, я, конечно же, хочу дать понять начинающей молодежи, начинающим вокалистам, что существует Бах, который писал очень духовные и оратории, и арии, и оперы. И его музыка настолько космическое, вот даже если сейчас мы включим Баха, то слов не надо никаких, чтобы объяснить ту энергетику, которую он своим творчеством донес. Как ты составляла программу фестиваля? Основываясь, ну понятно, духовность, да. Тут как бы вопрос закрыт, а вот остальную программу?
Остальная программа, ну, она составлялась естественным образом. У меня же певцы, которые уже на сегодня поют на площадках Республики Бурятия, у них уже за эти годы накопился этот материал. И это труд не одного дня, это несколько лет. Мы к этому идем. И идем не то, что стремительно, но идем таким естественным образом, наполняясь вот определенным репертуаром. Например, есть такой у нас начинающий певец, тенор, и очень красивым, обладающий голосом, Владимир Доржеев. Вот у него такого репертуара достаточно на сегодня уже много. Это и народные песни Зыкины, которые он исполнил с концертным русским оркестром Забайкалья под управлением Олега Владимировича Огнева. Это и песни нашего общего друга, который, к сожалению, сегодня нет с нами, но он оставил нам свое духовное творчество. Это прекрасные, великолепные романсы, которые исполнит Владимир Доржеев 3 октября в Бурятской государственной филармонии, автора, песни автора Гуро Идымова. Я приглашаю зрителей для того, чтобы послушать такие романсы, такие песни. Это стоит того, понимаете? Конечно, понимаю, что это того стоит. То есть сам исполнитель подбирает себе репертуар? Или вы исходите из каких-то еще дополнительных показателей? Там, голос, тембр, да. Высота? Конечно, тональности еще? Произведений всех певцов, они абсолютно соответствуют качеству голоса. Голоса, которым им дал Бог. Которым Бог да. наградил, да? Да. Еще хотелось бы такой вопрос задать. Кто будет помогать, аккомпанировать, я имею в виду, и это будет в сопровождении живого оркестра или в разных вариантах? Да, музыка в фестивале будет вся абсолютно живая, что мне очень, конечно же, приятно. Потому что петь вокалистам и музыкантам, исполнять все вживую – это большой праздник для души, во-первых. Я сотрудничаю с концертмейстерами. Это Дарья Коркина, Елена Березовская, Анна Копылова, Анна Павлова. Также аккомпанирует концерты нам театр Забайкалья, которые будут участвовать в гала-концерте всего фестиваля, который пройдет в Русском драматическом театре имени Бестужева. Также я сотрудничаю, как всегда, с концертным русским оркестром Забайкалья. И на сегодня, я думаю, какое же большое счастье, что все они есть. Потому что там такой репертуар богатый готовится. И мне очень приятно, что приедут гости. Приедет тоже 15 лет буквально начинающая вокалистка из Новокузнецка, Софья Протас. Прилетит специально, чтобы выступить в Республике Бурятия в первый раз. 15-летняя. 15 лет. У нее совершенно очень насыщенная по красоте сопрано, что я, конечно, не могу не показать такой голос в нашей республике. Также прилетит лауреат международных конкурсов Евгений Южин. Выступит впервые в Бурятском государственном театре оперы и балета. И прилетит фолк-певица, заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева из Москвы. Оль, к сожалению, время программы подошло к концу. Я по традиции хочу предоставить тебе слово, обратиться к нашим телезрителям, к почитателям твоего таланта, к почитателям вообще вокального искусства нашей республики, нашей страны. Пожалуйста. Дорогой уважаемый зритель, я с радостью приглашаю вас на первый фестиваль духовной культуры. И хочу сказать вам, что искусство и культура нашей Бурятии процветает только тогда, когда мы трудимся, а вы к нам приходите и радуетесь. Спасибо большое. Замечательное просто интервью, замечательный твой фестиваль. Я надеюсь, что все пройдет на ура, даже уверен в этом на 100%. Успехов, удачи, здоровья. Спасибо. И всего самого доброго. Спасибо. Уважаемые телезрители, я напомню, что гостью программы «Открытый эфир» была заслуженная артистка Республики Бурятия Ольга Жедмитова. Я Владимир Банщиков. Прощаюсь с вами. Всего самого доброго. Увидимся. Спасибо.